Владимир Ружицкий проверил качество выполнения завершенного ремонта еще в одном подъезде Люберец. На этот раз глава посетил дом на улице 3-е почтовое отделение. Ружицкий лично осмотрел лестничные пролеты, пандусы, почтовые ящики, окна и пообщался с жителями многоэтажки. Напомним, в округе продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». В первую очередь члены комиссии проверили, что в доме на 3-м почтовом сделано для маломобильных групп граждан. Подрядчики оборудовали подъезды специальными откидными пандусами. Глава лично проверил на прочность железные конструкции. Мы пристегиваемся здесь и отрегулировали, не цепляя, мамочки очень добры. Кроме того, коммунальщики даже цветовую гамму стен согласовали с жителями данного подъезда. На данный час времени 847 подъездов. Это, ну, мы сейчас вот с вами разговариваем, где-то подъезд где-то уже и отремонтирован, потому что это работа плановая, и мы должны эту работу завершить к 1 ноября. Вот. Времени осталось не так много, это вот у нас, по сути, сентябрь-октябрь месяц, 2 месяца, и она будет завершена, естественно. Ранее власти округа приняли решение установить камеры наружного видеонаблюдения, чтобы следить за ремонтными работами в режиме онлайн. Сегодняшняя коммуникация, сегодняшняя техника, она позволяет в режиме онлайн наблюдать, что происходит. Понятно, что мы в каждом подъезде не можем установить за тем, как отслеживать работу в подъездах. Тем не менее, мы на сегодняшний день по целому ряду подъездов, там, где есть какое-то опасение, что там может быть какой-то срыв, там устанавливаем видеонаблюдение, видеокамеры. Так, после ремонта камеры видеонаблюдения снимают и устанавливают в другие подъезды округа, где ремонт только начинается. Глава уточнил, что в данном доме отремонтировали почтовые ящики, установили новые пластиковые окна, покрасили стены, перила и ступени лестниц. Ремонтные работы осуществляла управляющая компания «Лук». В нашем доме до ремонта, скажем так, межэтажные окна были в плохом состоянии. В плохом состоянии также, ну, в непотребном виде находилась верхняя часть здания, то бишь сам не подвал, а сверху. И, соответственно, его тоже убрали, полностью очистили, все зашлифовали и избавили дом от протечек постоянных. Стоит отметить, что сами жильцы могут организовать совет жителей, чтобы в каждом доме наблюдать за ходом выполнения ремонтных работ. И при любых недовольствах или нареканиях, как, например, цвет краски не устраивает или же сломался пандус, можно было оперативно обратиться в администрацию городского округа Люберцы или же в управляющую компанию. Всего в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в текущем году власти округа планируют отремонтировать 1298 подъездов. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.